А, всем привет. А, вот на сайте, в группе у нас, то есть. А вот оцените мою игру, Даня Кузнецов прислал, вот я ее сейчас оценю. Он сказал, можно, так что я ее оценю. Я ее буду просто делать мне обзор. Как знаете, эти блогеры, обзорщики делают летсплеи по игре Дани Кузнецова. Я не знаю, как игра называется. Давайте приступим к ее обзору. А, Mono Defense называется она. Вот все. К игре Mono Defense. Включаем ее, запускаем. Что мы видим? Space Company. Какая-то космическая компания. Вот название Application 1, ты не переименовал, потом переименуй. Мон, это бета-версия, потому что я не буду к чему придираться к графике. Он сам сказал, что это бета. Даже версия 0.0.1. Давайте посмотрим. Play. Ой. Так, вот. У нас автомат. Здесь какой-то звук есть. Это прикольно, если честно. Весь смысл, по идее, этой игры. Это бета. Надо убить здесь. Просто убивать здесь. Потому что тут маны и опыт никуда не потратишь. Поэтому давайте просто как можно больше выживем здесь. Так я понял, что надо подбирать сундуки, какие-то автоматы. Это какой-то неэффективный автомат, если честно. Чуть не смог убить. Да вот. Подбираю какой-то пулемет. Я дохну постоянно. Так вот. Чуть не поиграл уже. Я знаю какую-то фишку кое-какую здесь. Надо найти. Все, что нужно найти, это... Нет, не то опять нашли. Опять не то. Опять не то. Вот, надо найти снайперскую винтовку. Я нашел ее. Вы с ней будете богом в этой игре. Потому что вот. Она убивает красно с двух выстрелов. У всех остальных с одного. И стойте так и просто стреляйте по всем. Вот. Так может стать бесконечно, если просто не дергаться. И все. Мы стоим, убиваем всех с двух выстрелов, а этих с одного убиваем. И все, и так можно пройти всю игру, если бы у нее был конец. Игра хорошая, графика хорошая. Ну, не то, что хорошая графика. Она простая, в смысле, для бета это норм. Он у нас 1300 денег. Опыт у нас 6 левел. И что с ним делать, я не знаю. Ничего, потому что это бета. Вот и все. Автор нормальную игру создал со звуками и так далее. Вот. Мне здесь игра затягивает, если бы она была бы лучше бы. Ну, в смысле... Если бы это оружие можно было покупать, а не бралось оно из воздуха, из ящиков только падало оружие дешевое, которое вообще, ну, бесполезное, в общем-то, было бы нормально. А так я можно найти снайперское оружие в бесплатном сундуке и все, и творить, что хочешь просто. И все. Нормальная игра. Спасибо автору. Делай ее, продолжай, она реально у нее большой потенциал, я бы сказал бы. Все, давай. Если что, хочешь услышать мои предложения об этой игре, можешь просто писать мне в личку. Все. Всем спасибо.